И я поняла, как убить того мини-босса, которого не могла. Там, оказывается, это как его... была пушка, по которой нужно было выстрелить... Ой, лампа, по которой нужно было выстрелить пушкой. Порнхаб? Да что ты мне там рассказываешь? Какой порнхаб? Ты не можешь дрочить. На моем стриме, по крайней мере. Короче, смотри. Спасибо большое за фору. Потому что кот, ну изначально я хотела сказать так, а потом я подумала, что я не имею права запрещать тебе мастурбировать, и выкрутилась. Вот, смотри. Костя, привет. Привет. Привет, Костя. И мне нужен вертель ты, чтобы сказать мне, что у меня билд хуйня. Чё не смотрю Gamescom? Так лысый смотрит. Чё, я включу, блядь, вот эту вот Gamescom ваш? И там, мы анонсировали вторую часть Little Nightmares. Я такая, ей! Мы анонсировали еще какую-то игру. Я такая, ей, а что это такое? И чё? Все равно самое важное будет выложено... Не знаю, либо мне в Дискорд скинут кого-то, что заинтересует... Бля... заинтересует, либо в ленте ВК. Чё, если удобно, то пусть будет. Но ты мне про щит говорил. Блядь, как показать-то всю хуйню, которую я напрокачивала? Издалека. О, смотри. Видишь, чтобы что-то поменялось? Новое дополнение Sims 4 к Звездным Войнам. Ей! Корейские ММО. Не, я пробовала в Теру, только потому, что там очень милая раса звероподобных существ, не фури была. Вот, но надолго мне не хватило. Лего Звездные Войны, ура! Так вот, Влад, я тебе про то и говорю. Но на самом деле есть крутые эти... игровые мероприятия, назовем это так, где прям супер крутые трейлеры показывают, которые интересно было бы посмотреть. Я помню, визжала, блядь, от трейлера второго Хеллблейда. Там прям так круто, бля. Вот. Не, мне сама не нравится, когда меня заставляют что делать. Ну, сами разрабы такие, типа. Ну, вот, иди, фарми, блядь. Всё. Так, насчет перков. Я еще посмотрела, как того дурака с гонгом ебет мужик. Смотри. Ты мне говорил, бери хп в щит. У меня открыта третья ячейка, я могу сюда въебенить кого? Восстановление 15% после убийства. В смысле после убийства? Мне нужно не после убийства, а после удара. Есть такая хуйня? Или нет такой хуйни? 15% после убийства в щит превращается. Вот это. Вот. 3% от урона превращается в очки характеристики. Это же профитнее. Но щит будет меньше на 40%. Но это после убийства. Типа, нужно добить. На крайняк можно вот это юзануть. Вот, у меня две ячеечки только пустые. Это я вчера искала здесь, какие поинты есть. Возрождение, я не знаю, стоит ли использовать, если... если... У меня сейчас здоровье 1 хп. Маловато останется. Ну, бля, вот... Там чувак, короче, который этого гонкоёба пиздил, он сам стучал по гонгам, когда ему хуёво становилось, и мудохал мобов, чтоб щит регенить, и потом мудохал босса.
Я вчера засала траить босса, чтобы потраить его сегодня на стриме, чтобы вы сказали, блять, когда же эта игра закончится. И вот, в принципе. Ну, короче, возрождение щитом, наверное, нет смысла брать. И вот, криты на 400% больше дэмэджа наносят, но урон от пушки и рукопашки на 40% меньше. Или это на другого босса страта была? Чё, план хуйня или нормально? Надо тестировать, да? Привет, Витя. На частоту крита... Ну, у меня только прокачан, там, 25%, что ли. Сейчас покажу. Шанс 30%. Нормально же, да? За ночь шире стала. Я широкая? Широкую на широкую! Вайдер. Полоска. Ну, у меня их раньше было две, сейчас одна. Образ изменился. Блять, понять образ — это ебаная хуйня. Образ, имидж у меня прям передергивает, когда мне говорят: о, клевый имидж. Я думаю, братишка, ты откуда свалился-то? Образ, ну смотри, образ, пижама. А это меня по пьяни подруга обкарнала. Потому что я подумала, что это будет прикольно. Вот. Это точно образом называется? Чё алкашка-то? Алкашка — это футболочка такая. Маечка, нет? Так, а туда ли мы идем, ёпта? Короче, вы ничего интересного за мою офлайн-дрочильню не пропустили. Налысо? А нахуя налысо? Если бы я была уверена в красивом строении своего черепа, возможно. Но не такая смелая. Я с волосами-то себя не особо уважаю, как человека и как женщину. Шучу. Про то, что... Ладно, все. Речка, Алекс! Настроение может быть, чтобы на лысо побриться? Не знаю. Ганоша, хуёша. Если я сейчас обосрусь, будет очень обидно. Поэтому я, пожалуй, докурю. Под машинку кинуться, броситься, в смысле, под машинку. Смешная шутка была? Посмейтесь, пожалуйста. Эй, спасибо, Влад, спасибо. Блять, из-за газона косильщиков уснуть не могла сегодня, потому и проспала. Азъезм пивас. Чё с щитом? Щит в жопу пошел, да? Пиздец. Ай, блять. Чуваки, я обосралась. Пивас расколбас. Я чилю, отдыхаю. Кот, нихуя не вижу. Прости. Во сколько обычно встаю? Ну, по-хорошему, в 6-7 вечера. Чтобы в 11, но по своему времени начать стримить. А сегодня я встала в 11. А легла в 2 часа дня, что ли? Уснуть не могла, 4 раза пробовала. Чё пиздец-то? Ложусь, но по-хорошему часов 10 надо лечь.
На челе живу. Точно на челе? Так, анальная ебальня началась. I'm ready for a miracle. I'm ready. Пиздец, ёбка-то какая ты, посмотри, молодые люди, что ж робится-то, а? Ебанешься. Так вроде нормально встает, не? Еще главное не фидануть, да? А почему я пушкой не могу куйнуть? Ебать. Пяу! Так нормально качалось, главное, чтобы финального босса смогла убить. Трота охуенная, всем советую, блядь. Ты посмотри, как щит регенится. Ух, блядь. Вот и сосешь ты, Бибу. Ой, сколько из него голды понасыпалось. Понасыпалось. У него ж не будет второй фазы? Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое, вы молодцы. Если бы не вы. И сейчас большая рожа вылезает, да? Моя. Почему так легко? Ну, потому что я оффлайново дрочила. Сколько вчера это длилось? Ну, долго, да. Так, мы его трахнули. Сейчас буду показывать вам босса... Фу, чё фу-то, блядь? Сначала рвется твой анус, потом рвется анус твоих врагов. Ага. Когда марафон Мегамена? Ну, никогда. Там сложно, у меня лапки. Так, съёпта, бля. Диско Элизиум в планах, жду русификатора, только, блядь, я очень-очень надеюсь на то, что они будут русифицировать ее очень долго, потому что там очень много читать. Так нахуя тебе секс твой вонючий, а? Фу, блядь. Гадость какая. Тебе письку, что ли, засунуть хочется прям куда-то? Отвратительно. Так. Щит, хуит. Броня, удача. Броня, щит. Здоровье, урон. Броня. А это что такое? Урон от пушки на 30%. Здоровье. Бля, у меня есть на урон-то что-то здесь в ветке? Удача. Урон пушки. Да идите колотить. Удача. Урон пушки. У меня сейчас максимум дэмэдж, хочешь сказать? Идите колотить. Бля, 20 косарей. Жалко въебать на какую-то хуйню, да? Или не жалко? До боеприпаса. Вот, смотри, что за меч. Не сни... Ага. Санласи, ну да, еще потому что там эта игра, в которую нужно играть, желательно открыв на втором мониторе Википедию по игре. Смотреть, что кого куда надо. Там довольно неудобный журнал. А, довольно монотонная. Ну и ее тоже не особо, типа, интересно смотрели. Но и там уже сложно становилось. Квестов набрано очень много. Надо кому-то что-то доставить. Где какие вещи искать, непонятно. Ну, короче, такое. Я не особо успешно играю в чильные игры. Оргазм ушей бумера. Ну я ж молодая, юная. Мне ж всего сколько, блядь, не хочу вспоминать. Чё это за уточка? Удача на 25%. Хуй бы с ней. А вот это чё? О, давай. 12 кэсов здоровья.
Урон пушки, броня. Урон пушки, щит. Энергия. А я же вам не показала телепорты новые свои. Сейчас покажу. Щит здоровья. Блин, вот мне не хватит поинтов сюда дойти, да? Ну и хуй бы с ним тогда. Пушка может наносить криты. Удача, удача. Урон пушки. Вон скиллы 1200 уже стоят. Такс. Девочка с плеером. Была ж такая песня, или я придумала? Чисто врубаешь 8-биточку и пошел в пляс автоматически. Удача 148%. Ага, ебать, здрасте. Че, пойдемте, я покажу вам босса. Я его сама не видела. Вертеля, а ты-то босса видел? Или ты проходил типа на того, который был до этого, и на человечного? Когда была... Ой, я как раз вчера смотрела, сейчас скажу. В июне... В июне... ...23 июня 2019 года. И эта игра была спустя месяц после того, как я стримить доту перестала вообще играть. Меня Алина позвала на одну игру, я такая, ладно... Пойдем, в итоге проебали. Вот там есть журнал, но он как-то очень плохо сделан. А вот DLC с водоворотами у меня не было. Ну, короче, не знаю, мне на стриме просто сложно было играть. Так игра клевая. Там, правда, очень много историй. И конфликтов, и развитий событий. Sunless Skies. А да, кстати, я когда Sunless Sea проходила... Мне ребята говорили про Sunless Skies. Это же их тоже, да? Привет, какой-то. Ой, лишь бы, блядь, боссов не бить. Сидит она деловая. А насчет доты, да бля, ее регулярно же бросали люди. И после каждого глобального патча они такие, бля, все, больше не могу, и все. Оставались самые преданные сумасшедшие, у которых нервная система превратилась в битое стекло. Сейчас, возможно, придется перки менять, потому что если здесь не будет мобов для регена щита, то я пойду нахуй. Смотри, кто это? Это я. Я мудохаю саму себя, блядь. А кто я такая? Ого, блядь, а у меня таких шаров не было. Ага, она справа. Пиздец, она Fighting Master. Да ебать тебя в сраку. Чуваки, я сейчас обосрусь на самой себе. Dark Souls? Нет, с чего это вдруг? Чуваки, я сейчас нажрусь говна, потому что я не знаю, кто я такая. Я буду регенить щит. Или щит будет регенить меня. Подо мной фиолетовый свет, спасибо. Чтобы как-то импруваться, нужно по 5 игр в день играть. Я деградировала только от 8 игр в день. Этого бомжа ёб? Ты ёб самого себя и ты назвался бомжом? Это ж, ну типа ты. Блять, я сдохла. Так ты, получается, все собрал?
Так ты, получается, не видел того босса, который был вчера? А нахуй я тогда вчера пидрочила? Жесть. Ладно, сейчас докурю и суперсерьезно буду пиздить себя. У меня это обычно лучше получается, чем в этот раз. Я детская? А, жесткая, наверное, да? Да бля, кто из нас не выглядит как бомж? 2000 за 3 месяца, нихуя себе ты ёбнутый. А эх, было время у меня такое когда-то. Ой. Ну, блядь, порог 4500 я, наверное, никогда не забуду. Ебись оно в сраку. 4500, 4200, 4800. Вот, вот эти вот промежутки ебучие. А у меня же, по-моему, беда-то произошла, когда я с 5300 на 4800 свалилась. А, нет, тогда Травоман стал популярным, и в каждом пабе нон-стоп течесы были, и я орала матом, блядь. Так Будда, ты дрочила, значит? Я просто вчера гуглила, где осколки, куски осколков искать, чтобы седьмую способность преобразовать. Ты, значит, тоже искал? Потому что если самому, то это ж вообще ёбнешься. Локации эксплорить, когда за тобой шоблоёбло гоняется. Дабл Генгера. Так, тебя за такое выражение забанить могут, начала, ну шучу. Ну это шутка про два гендера была, если что. Ой, привет, Занюша! Суши поел, ты большой молодец. Какая будет next игра, а тебе все скажи. Если сегодня пройду вот стандарт, а мне осталось убить последнего босса, то увидишь. Привет, Витас! А, да? Я думала наоборот. Привет, Инквизитор, ты зачем такие гадости говоришь, что я тебя ненавижу и игнорирую? Я вчера орала тебе, типа, Инквизитор, Кирюшенька, маленький, не уходи со стримочка. Со стримочка. Фу, блядь. Со стрима. Не бросай меня. А в итоге ты сказал, что я тебя ненавижу. Как отмудохать себя? Блять, кто я? Как понять, кто я? В этом бренном мире ебучее все. Конечно, мы настоящие друзья, мы лучшие друзья, инквизитюру, блять, как тебя скукожить-то по-миленькому? Кого я прошла? А, тест на лучшего дружушку, подружкина. Блять, как ебать себя научите? Инквизюшушкин. Витас, для тебя у меня всегда свободен слот товарища. Ай, блядь. Лучшего друга в смысле? Да ты контуженная женщина. А, так я и трахаю, слышишь? Я обратно лезу, мне по хуям. Слушай, она тоже что-то умеет. Так она не единственный босс, там же потом еще и ебальня будет. Ай.
Сосать я. Пизда. Кто им, блин, блядь? Как какать? Ай! Чуваки, игра будет проиграна по той причине, что у меня трахнут бампер. Чуваки, бампер ебет меня в анус. Я не знаю, что делал. Другой геймп... А, точно. Сука. Сейчас, нам нужна эта штука. Геймпад для повешения. По проводу? По проводу. Сейчас, подожди. Инквизитор, а мне ты не передал волны добра? По проводу. А то я могу себе это USB в нос засунуть, чтобы в меня добро поперло. Ай, блядь. Так, мистер Бампер ебет меня в рот. Через инсту, оля-ля. Кабель нового нета, а нахуя он? У тебя какой-то гиперскоростной, что ли? 100 тысяч гигабутов, мегабутов? Так. Бля, мне каждый раз нужно будет себя трахать. Наверное, да. Бля, как же ты разъебан, мой дорогой друг. О, тебе нравится потолще? Блядь, я опять себя потеряла. Как выебать-то саму себя? Эй, блядь, а чё ты ебёшься со стеной-то? Я тоже хочу со стеной поебаться. А, просто регеним щит, улыбаемся и получаем удовольствие, да? Блять. А, нападай, сучара. Я твою наглую рожу каждый день в зеркале видела и ничего. Ай. Ай. Хорошо, ладно. Надо трошки порегениться, действительно. Там почти выебано, слышишь? Как и я. Ой-ой-ой, найс доджи, кстати. Как победить человечность? Ну смотри, так-то красиво, я не знаю, чего бухтите. У меня сейчас двойные дэши.
Че, теперь я Дев-Дей доволен, как я доджу? Ебать! Ебать! Ладно, недоволен, хорошо, я с тобой согласна полностью. Пиздец, это что такое? Это что такое? Ебать, ты посмотри, что творится. Ничего, финалочка, да. Еще главное привыкнуть, да? Тут щитом не обойдется, а почему? Ну ладно, пошли попробую еще раз, типа к вот этой ковыряшке привыкну. Ой, блядь. Ой, блядь. Что ж происходит-то? Блин, бой в воздухе всегда так красиво выглядит. А я его всегда покаплю. Пошел ты нах своей волыной, блядь. Я тоже так могу. Человечность, да. Я ж все людские постулаты послала нахуй. И все. Людские постулаты. Хуйня опять какой-то спизданула и довольная сижу. Ебучий монстр, ну блядь, да. Показывай свою истинную сущность. Напилась и давай пиздить себя по пьяни. Да ебучая ты женщина. Приехал новенький, только что сдох. Ай, гарантийка работает? Шо, взяла полого рыцаря? Шо ты не взяла? Потому что Hollow Knight порвет мне анус, и Hollow Knight надолго. Вот почему. А я хотела, чисто, знаешь, на один, на два стрима подрочиться. В итоге третий стрим дрочу. А все вы так говорите, все будет хорошо, а у меня потом трещит. Ебать, нихуя ты моешь, блядь, девчина. Как после выпускного, да. Ничего сложного, но пиздец красиво, но... Вот когда у меня будет настроение для анальной ебли, я кого-нибудь из вас наберу, шучу. Бля, я думала, это я сдохла, но в принципе так и есть. Ну, Будя, ну хватит ворчать. Маленький, ну что ты ворчишь? Страханная залупа, блядь! Слушай, а что случилось-то, блядь? Что-то даже не пролетело, не захватилось ничего. Ты пошла, не шути. Ну а как? Так, если не щит, тогда я иду нахуй. И босс-файт, и мини-боссы. Мат-перемат, ебучая пиздятина какая тут сидит, блядь. А кто сказал, что скучно? Так, вы меня не отвлекайте, а то я буду нон-стоп стримером Сандерда. Щит хуит. Если не щит, тогда лайфстил, правильно, блядь? На. Вот. Сборщик урожая. Она еще и курит. А, уныленькая палитра, ну, блин, дело вкусовщины же. Я тоже встречала много людей, которые такие, типа, ой, мне Hollow Knight не нравится.
Ой, мне там не нравится это, а мне не нравится это. Это нормально же абсолютно. Привет, Офте. Бесплатных хот-догов я наелась на выпускном, Саня. Ты это прекрасно знаешь. Так, сборщик урожая, палач. Щит. Щит и щит. Возрождашку, maybe, взять, да? Пизда. А, берсерк, победа, нет. Броня плюс 25, минус хп. 60%. Ранг 4, нихуя себе. Не, давай лучше тему белорусских споешь. Я недавно как раз из плейлиста удалила. А, ну смотри. Хуйня какая-то, да? А тебе нужно, веришь? Нахуй споры, а как грибы размножаться будут? Ну видишь, лучше про хуй пошутила, не смешно. Ай-ай! Как тебя трахнуть-то, мамзеля? Чуваки, что-то, блядь, какая-то хуйня, мне не нравится. Почему я пизжу себя, и у меня ничего не получается? Не хочу! Что это за хуйня, блядь? Почему с щитом нормально было, а тут я ее ударить даже, блядь, не могу, ебанашка. Ирегенится, посмотри на нее, ирегенится. Не хочу. Да верни щита, а без щита кто я? Нахуй убрала, но мне сказали, так лучше будет. Да, меня ебет и ебет, блядь, ебет и ебет. На! Ты пойми, кто я, кто она, блядь. И цвет нихуя не помогает. Когда мы вместе. Да, пизди меня ногами, шлюха. Пизди меня, давай, блядь. Ну я не знаю, в чем проблема-то с щитом. Типа, какая разница? Урон такой же. Почему я без щита-то не могу? Тогда мне возрождение нахуй не всралось. Блядь. Урон от гритов 400. Блядь. Щит тот, который дерьмовый? Табу, Лондон, мистика. Блин, я не люблю мистику. Не, этот геймпад и так стертый, но я вчера часика два бегала и фармила себе поинтики. А, так, характеристики щита, ёпта. Возрождение нахуй не нужно сейчас. Блин, а кто-то вчера шутил... Нет, не вчера, это было раньше.
Я в Death Stranding тогда играла. Или не в Death Stranding? Да, наверное, в Death Stranding. Там говорили... О, нихуя себе, разрушитель. Чё? Там, короче, в каком-то моменте в игре геймпад так вибрировал, чел сказал, я пожалел, что я не девочка. Я думаю, блядь, кто засовывает в себя геймпад? Это ужасно. Бля, так-то можно было взять криты, но нахуя, правильно? У меня и так критов больше. Больше шансов на крит, я ж охуею, да? Это будет 45%, грубо говоря, каждый второй. Да? Но мне нужно регенить щит. Ебучее все. Просто сверху сесть. Но все равно, потом его мыть надо. Тут еще смотри, какая хуйня есть. Превращает эликсиры здоровья в эликсиры щита. Может так и сделать, а? Не понял прикол. Ну, бля, вибрация с мальчиками ж по-другому работает вроде как. Нет? А много эликсиров падает на боссе? Их не падает? Похихикал, похохотунькал. Ну, кольцо, да, я помню, мы с базом это обсуждали. Он сказал, ты шо хуета. Ну, кольца, они, наверное, и вашим, и нашим, типа, работают, если я правильно понимаю, как это все. Ладно. А, где же Гака? Да все, будто мы закончили, извини. Как с кольцом закончить в ЗАГСе? А-а-а! Найс, блять, ульту проебав. Так чё, ну про ЗАГС, блять, Будда, не про хуй. Видишь, тебе не смешно, когда не про хуй шучу. Почему? Ёбаная ты шмаровозина, блядь. Никому не смешно, когда не прохуй. Ну. Чё, баба, чё? Сверху какать? Но они бы шутили про еще какую-нибудь смешную штуку, про пупочек. Пупочки смешные. Вообще противные. Блять, игра-то не проходится нихуя, да? Почему? Красивый? Не наружу, в смысле? Не, ну пуповина это, пуповина стрёмная штука. Есть через живот, блядь, фу. Бля, побывать в чужом человеке и оттуда выбраться наружу, охуеть. Граф Монте-Кристо какой-то. Девятимесячного заключения. Надо прочитать, кстати. Ну, сейчас смешно было. Смотри, с литературой пошутила. Я старалась.
Очень? Блин, мне кажется, не очень. Чего? Чужие в целом. Не, чужие в детдоме, извините. Проходит. Да блин, я не могу взять и пошутить про член. Как пошутить? Вчера я часа три я говорила про то, что у меня треснул анус от этой игры. Анус не хуй. В рот не попадет, блядь. Ладно, все. 3 часа, ну да. Ну, не знаю, 2, может быть. Я с боссами не могла справиться. Садатовичева, ну да. Бля, день рождения канала-то проебали, да? Но у нас каждый день рождения канала. Елена Воробей, завязывай пиздеть, бей босса. Не хочу. Ай-яй-яй! I'm a skate man, ja-ba-da-ba-da-ba-ba-da-bam. Ba-ba-da-bam, анальная ебля. И как какать-то, блядь, гандон ты ебучий? Как какать? Посмотри на эту срачильню. А! Простите. Ай-яй. Кончалыга ты ебучая, бля. Падать-то вниз нельзя, самое страшное. А это что за хуйня? Знать не хочу. Я ж могу доджить за лупу. Но не получается. Чуваки, главное не очковать, знаешь, такую хуйню. Доджить за лупу блинком. Пошел нахуй. Ну смотри, пол хп почти. Чё будет во второй фазе, знать не хочу. Что произошло, не знаю, может, тебе какой-то хуёвый попался. Я могу цепляться за сам кристалл, но проблема не в нем, проблема во мне. Привет, тормоз. Блин, почему нельзя, как кто хочет стать миллионером, призвать друга, чтобы он прошел эту хуйню за меня? Чао, блядь. Как попадать? Ривз? Ну, придет скоро, наверное. Или не придет. Что, я осквернила все. Из-за того, что я осквернила все, у меня теперь не тот босс, который сегодня. У меня блинки, соответственно, изменились. И у меня изменились эти цепляшки за хуйню. Когда ты цепляешься за кольцо, у тебя есть возможность подпрыгнуть еще выше. Вот. Там же другой эндинг открывается, когда ты прям вот все способности осквернил.
Продай мне спокойствие, игра, пожалуйста. Какая вертихвостка, посмотри на нее. Да, это я. Нахуя все оскверняю? Потому что я хочу, чтобы мир сгорел в адском пламени. Ну, бля, я не знала, как ответить. Я вчера просто переборщила и слишком... Вот я примерно так и подумала. Раз начала, лучше все осквернить. Надо научиться доджить. Фу. Гадость какая. Ай! А-а-а! Так я и его, получается, могу задоджить, да? Сукин ты сын, блядь. Похуй на мое хп, блядь. На самом деле нет. Ах, мудила. Да, вечно написано, да. Да, блядь, бесит! Да стамина закончится, говна, блядь, пожру. Не хочу доджить, мне похуй. А можно постоять, порегениться чисто? Регенились, блядь. На меня оказывается чрезмерное давление. Банки полные, я их не взял, потому что мне похуй. На самом деле не поэтому, а потому что... Как бы вам объяснить-то? Не знаю. Привет, Бэмбарабум. Не, игра на самом деле, смотри, первое впечатление немножечко отталкивающее, потому что ты не понимаешь, какого хуя всем от тебя надо. А потом ты вкатываешься. Тут очень клевые боссы. Но меня на самом деле до сих пор смущает вот это дерево прокачки и рандомный спавн мобов. Но, через пару часиков, когда ты понимаешь, как прийти в нужное тебе место, как работают секретики всякие, улучшения, да, возможность прокачки, тебе становится интересно. Спасибо, Monument Unknown. Ну вот то, что фармить приходится долго. Но если ты, блядь, дохуя хардкорчик, то и без фарма, наверное, получится, да? Ну потому что единственный, да, мне обычно говорят, что я топ-стример в категории какой-то игры, потому что действительно я там единственная. Вот, так что он правду говорит. Бэм, игра не проходится, что делать? Уникально от слова кал. Я знаю, что ты хотел мне сказать. Это прошмандень. Ну, типа, она на самом деле симпатичная.
Мне нравится, как здесь мобы нарисованы, какая-то херня. А реально красивая. Насчет саундтрека хуй знает, я что-то на музыку здесь особо внимания не обратила. Ну и типа вариативность концовок тоже клевая, то что их три в зависимости от прокачки. Вот. Что, блядь, не смотрю на монитор, машу кнопку X. Читала обзоры, прежде чем я запустить, там один чувак писал, мол, я искала игру, в которой можно спокойненько, типа, после работы поиграть, отдохнуть каким-нибудь вечерком. И я получил, в принципе, все, что хотел. Он, по-моему, 3,5 из 5 ей поставил. То есть, естественно, никто не говорит, что она там звезды с неба хватает или что-то такое, но неплохая. Death Gambit? Не, ну Hollow Knight, он же расхайпленный, а Death Gambit, он вроде не такой популярный. Про расхайпленный я имею в виду, если я о чем-то слышала, значит расхайп... Блять, Саня, пошёл нахуй! Пизда, сиганула, блядь, в землю. Я разозлилась. Сука, дна нет, блядь. Нахуя так делать? А вот я в Майнкрафте только сраный сарай могу построить. Я пробовала в него вкатиться, там же такие возможности неебические. Ну и игра способствует к тому, чтобы отдыхать там, заниматься всякой хуйней, шахты копать, но мне все не то. Бля, жалко, что не было в итоге, как в том видосе с этим, с драм-н-бейсом. Может, тебя зажать в углу и трахнуть, а? Бля, какого-то обоссанного 2D-мудака не могу отмудохать, пиздец. Это что руки, блядь, из жопы растут, сука. Я думала, это можно натренировать, блядь, как-то свои руки ебущие, а они все равно, блядь. Ты им говоришь, что они делают, там, жми в игры, играй. Они такие, бля, пошел нахуй, мы хотим никуда не делать. Охуительные руки, блядь. Не руки тренируются, а мозг. Мозг тоже нихуя не тренируется. Блять. Короче, нужно дать максимум дэмэджа и, блять, орать как мразь ебанутая. Чисто на брутфорсочек, да? Давай свои анальные трещины, мудаёб. А мне похуй, что ты... А, блять, мне не похуй, чувак, я напиздела. Мне пиздец как неплохо, блядь! Чокин он ебет, брутфорс не работает, что делать? Это единственная стратегия была. Б нужно нажимать. Ледина ебаная. По молодости, блять. Хочу себе зубы геймпадом выбить передние, чтобы как вечеринка, блядь, сидеть. Че так бесит-то все, а? Вот почему я не хочу в Dark Souls, блядь, идти. Спокойно, медленно, я не могу спокойно и медленно. Прыгай сверху, жди, я, блядь, ждать не люблю. Если я жду, то я проебываюсь. Если я жду, то я слишком долго жду. Мне так нельзя. Жди, блядь. Доджи хуйню, пока тебе щит будут анальными, блядь, деревяшками раздалбывать. Ну, вот эти вот колючки его.
Надрочить, как тут надрочил оружие, плюс 10. Бля, ты мне хуй... Эту пушку ты мне предлагаешь прокачивать? Чтобы пушку прокачивать, мне нужно еще 2 часа, блядь, фармить тут. Еще на стриме, ну и он нахуй. Про ДС? Ну, блядь, офлайновые игры проходить я не хочу. Я хочу меч Санечка, есть такой? Это был бы розовый дилдо из Saints Row, длинное такое. Посмотри на эту шмару и на его кристалл, блядский, он меня бесит, блядь. И доджи ебучие тоже бесят. И криты, блядь, меня бесят. Чё меня не бесит? Я не знаю. Ой, бля. Ладно, все, пиздак заваливаем. Александра. Ой, я нормально придумала, блядь, почти. Фу. Ну так. Лючки можно убрать отсюда, блядь? Понятно. Стоять, АФК пригенится. Все. Человек, и максимум спокойствия, я угомонилась, блядь, я не ору. А, напиздела. Шмарина. Метровые больные пузыри, бля, спасибо, слушай, да, это больше похоже на правду. Чеки чиставка, стою, жду, блядь, найс. Не самая лучшая идея. Блядь, блядь! Тихо. Ой, блядь, половина хп, мужики, пизда. Сейчас аналище треснет. Я ненавижу людей, но они в этом точно не виноваты. Привет, умри, самурай. Вот он виноват, ебаная человечность. Ну хотя бы да, ну типа есть какой-то прогресс, когда есть прогресс, я не так ору. Можешь драться со мной как женщина с женщиной или не можешь? Давай сюда волосы свои. Ой, Настя присела, блядь. Джеки, чисто не могу, блядь, регенить щит в драке с этим долбоебом, блядь, космическим, потому что он неугомонный, а ФК особо не постоишь. О. Ну, умри, самурай, главное, чтобы ты продержался дольше 2 дней. Верь в себя, и все обязательно получится.
Потому что он вчера сказал, что у него первый день без сигарет. Вот. А сегодня второй получается. Вот почему. Там крит, кажется, охуенный выпал, да? Ай, блядь! Чуваки, я не знаю, что с доджем таким, почему я резко сигаю вниз. Благодаря чему? Второй раз такая хуйня произошла. Почти год не курил, блядь, чуваки. Такие вы крутые, пиздец. Я серьезно, с 12 часов без сижу, в здравом уме и трезвой памяти, в трезвом уме и здравой памяти, ватэва. Чуть, блядь, не, с ума не сошла. Сейчас я на такие подвиги не способна. Ой. Жить заебало, это про сигануть вниз? Я правда не знаю, видимо, как-то прожало что-то хуёво. А какой день недели сегодня? Среда, вторник? 15 лет не курила, а потом начал. Бля, жиза, братан. Эх, яблочный кис тот самый невзотяк. Кис-то сейчас, кстати, продается, нет? Я просто не в курсе, они вообще были ароматизированными? Четверг, ей, скоро пятница! Пятница, развратница. Ну вы там осторожнее, все в рамках закона, да? Так, перекурчик, потому что я тильтмастер. Пиздец, так грустно было сегодня, когда я проснулась, а пятерочка закрылась, время позднее, пришлось в дальнюю топать. Ну зато пальму отдала, видишь? Уебаны для алкоголя. А почему только в пятницу можно еду на дом заказать? Я не коверкую твои предложения. Те предложения будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Я, кстати, думала, что я смогу наебать игру, раз уж я, типа, вчера дошла до босса, да? А я думала, что если я скверню все осколки, то босс останется тем же. А нет, блядь, игра умнее. И, кстати, здесь я ж похожа на монаха Шаолиньского. Если бы не было как такового отсчета времени и названия для день недели, ты бы все равно как-то изредка позволял себе что-то заказывать, пожрать. Вот пойми, блядь, что происходит. На больше, бля, нет, пожалуйста. Наоборот, легче должно стать же. Траханая эта пизда, бля, ладно. Ай. Бля, я что-то щит сбить не могу. Пошли, ее в углу зажмем. Или она меня зажмет в углу, никогда не угадаешь. Мадама, мадама, дайте вас шлепнуть. Чуть-чуть. А, шлепнули меня, да? Нихуя себе. Так. Ой, можно играть, не надо, ебись, хотя бы раз в жизни.
Я раньше тоже думала, что нужно себя только по праздникам радовать. А потом я поняла, что радовать себя нужно тогда, когда ты захочешь. В итоге я перестала себя радовать вообще. Блин, в обзоре чувак писал, что игра несложная. Почему мне сложно? Почему мне сложно? А мне сложно, когда мне будет легко, когда я стану скилловой, блядь! На среднем хуй сосу, блядь. Почему? Ой, блядь. Завтра в 5 сомневаюсь. Что такое концентрация и внимание? От хуй пойми, блядь. Поставь легкий. Ну да, ну да. Ну, кстати, на самом деле, мне кажется, так нельзя. Находишь, ты не можешь напрограммировать меня. Я съебываю. Ну а нихуя она, блядь, умнее, чем я. В очередной раз. Ну чё за ёбка-то анальная? О, как я тебя наебала, а? Это, кажется, что-то типа джагла было. Чудеса науки смотрела. Помню до сих пор серию, где у одного из ГГ три соска было. Тогда я узнала, что соски бывают не только на груди, а иногда еще в других местах вырастают. Накодина? Так чё ж я так хуё выгляжу-то? Ну, у тебя и вкусы. Там, бля, такая девочка-то была с грудью, такая красивая вся. И есть, ну да. Ай, блядь, да пошел ты нахуй, Саша, ебись ты в банал. Вот что это за хуйня была? Рудимент? Так в смысле? Соски и так рудимент. Ну, у мальчиков, походу, дела. А чё, вы меня не видите? Почему отвечу плохо? Рудимент как у котиков, типа? Мне кажется, у обезьян два соска, нет? Скайлекс, ты почему злой такой, а? Пиздец, у меня и так настроение, блядь, в говне, еще ты, сука. Сука, это не обращение, ну, типа, не обращение было, а... Чуваки, забыла русский язык, как это называется? Ой. Междометие, вот. Ужас, парящий на крыльях ночи. Как и сделать так, чтобы я жала кнопки нормально и не прыгала вниз. Из-за этого уже сколько? Три смерти было по-дебильному. А, это был, наверное, Дэш, да? На шипах стоишь, блять. Выбрала пики сегодня. Не хочу.
Бля, мне нужно градусник утилизировать. И купить электронный. У него там носик немножко треснул. И лучше от греха подальше его в нужный центр отнести. Правда, когда у меня желание на это появится, вопрос интересный. Доломай и выпей. Я когда ору на себя, когда у меня что-то не получается, это проблемы типа не в самой игре, а я на себя злюсь. То, что у меня не выходит пройти, то, что у меня руки хуёвые и кривые. Вот. Пиздец, вы чё сегодня какие, блядь, это? Или это я остро реагирую? Один ртути, блядь, предложил выпить. Не, на стриме у меня более антипригарная задница, потому что, типа, ну я не могу сейчас сказать, ой, бля, в пизду, я не буду это проходить, офнуть и спать пойти. А вот если бы я вне стрима проходила, а ты ничего не сделал, молодец. А вне стрима я обычно такая, ой, бля, в пизду, не могу, нервы не вывозят. А на стриме ты сидишь, типа, делаешь какую-то хуйню. Всем похуй. А нахуй ты мне сказал ртути выпить? Я думаю, мы друзья. Ну вот, значит, как, да? Yeah.
Маяк надежды ебучий. А почему я должна звать Шеп? Потому что она типа хорошая девочка. Когда камбэк, никогда. Игра пройдена, зачем ее еще раз проходить? Я ж не дохуя там фанат какой-то, которого по кайфу, блядь, космических рейнджеров перепроходить. У меня целая ебаная куча игр, которые нужно пройти. Перепроходить, что-то перечитывать, пересматривать. У меня на все это время нет времени. На все это дело времени. Ну, я не знаю, что с человечностью делать, у меня бывает. Я забываю, что он дышится потом мне в ебасос. Не знаю почему. Из-за невнимательности. Да его давай залезем прям вот в босса в ебальник, мистер Кристалл, а давай. Ой, а чё это я не сиганула прям в землю? А, теперь сиганула, блядь. Он вроде ускоряется просто на второй половине хп. Бля, еще 4 зелья щита было. Не, нападение вниз, конечно, нормально так. Яйца выкручивает. Бля, может мне в ферму какую-нибудь надо играть? Там-то я не буду орать. Нет, я буду орать, что у меня ресурсов не хватает. То есть я не знаю, что... Давай в уголочке зажмемся, красавица. Не получается не ныть, понимаешь? У меня столько возможностей, блядь, дэш и доджи, а я нихуя не жму. Жму? Я не знаю. Да какие дэши отрабатывать, блядь? Буду я еще этой хуйней сейчас заниматься? Нет.
Если ты не лезешь за ним в босса в ебальник, то паришь и регенишься, кристалл. А сам босс меня дамажит при соприкосновении? Нет же. Просто там эпицентр шипов, да? Ну чё, Вергилия выебали и человечность страхнем, да? Наверное. Давай в уголочке. Да блять, иди сюда. Ульту можно кристалл оставить, она же не пропадает, да? Вергилия за шо? То шо, братишка? Не лезь, ебало. Здесь управление, конечно, лучшего оставляет желать в моем исполнении. А дайте Афуката постоять. Не настолько же. Просто дэш — это сила, надо это запомнить. Блять, как повезло, что там платформа была, пиздец. Не успела. С бубенцами, с гонгами, да, сегодня. Как раз. Он легко убивается, когда через фармы наши. Спокойной ночи, Влад. Какая, блядь, 9-я попытка по счету? 10-я, 12-я, 30-я, 40-я? Можешь что-то придумать, блядь. Пошли в угол. Сидеть в углу, кстати, можно, да, я тоже заметила, что там есть слепая зона, так сказать. Надо придумать тактику, ее придерживаться, да?
Блять, не хочу. А! Я просто не доджи его, хотя могла бы, не знаю почему. А чё я на платформе-то не встала в итоге? Вот на этой. Не мотивирована. Чё меня должно мотивировать? Не, ну я поняла, что это вот enough motivation, вот это вот совсем. Блять. Вот видишь, когда я пытаюсь что-то доджить, прогресса меньше. Почему? Потому что я не могу, блять, так играть. Раханый долбоёб. Еще вторую фазу надо переживать. Только в том, что урона с руки-то меньше, но зато урон с крита ёбнешься. Дело не в билде, дело в том, что я доджить не могу. Дело в моих руках. Человечность победила, бля, было бы клево, но я не уверена, что человечность действительно выглядит как тут уебан. В машине. Человечность, ну как что-то светлое. Нет? Ебучие, блять, ненавижу их всей душой своей ебучей. Боже. Чего моя душа? Загадка разгадана. Можешь пассивно-агрессивно с ним вести себя? Вот так, да? Бля, я не могу больше. Привет, Кирилл. Да хули с этих банок-то, блядь, закончатся они еще, потом придется также АФК регениться, и они мне на вторую фазу нужны будут. Шипы босс много урона наносит или что? Раз не успевал тоже за этим следить.
Сам босс. Понял. Само его тело или желтая хуйня, которую он отрыгивает? Не знаю, как это еще назвать. Спасибо, Кирилл. Это пижамка. Ролик. Чем, блядь, чем нам так эта футболка с кроликом-то понравилась, пиздец. Ну что, скоро ее пора закончить. Я вчера постирала все свои черные футболки, чувствую себя прекрасно. Ровно горизонтально посередине, да. Блять, передвигаться просто сложно, чтобы не получить пизды через эти шипы ебаные. Окон не дают мне, понимаешь? Я вижу вот эти красные струи, они ебут меня в анус, понимаешь? Мне страшно. Блять, хп где? Понятно. Ты эликсира проебала на ровном месте. Не знаю, просто, блядь, не вывожу я эту хуйню, понимаешь, нет? Вот, сейчас можно было так его отмудохать. Ай, по попе. И все. Это делай с этим, что хочешь. Я дабы скучали. Да я рту в кристалл въебать, сукин сын. Так, вторая фаза, поехали. Больше половины уже хоть что-то, блядь. Спасибо и на этом. Да это не потно. Вы бы с первого раза пришли. У меня просто не знаю. Тяжело двигаться за этим кристаллом. Самая большая беда именно в этом. Три четверти? Не верю.
Почему? Потому что босс не дамажится. Тут всегда вся битва именно через кристаллы идет. Доджить босса сквозь шипы больше, чем доджить шипы через босс. Понятно. Ой, блядь. Я просто не успеваю, никак не привыкну. Вот он орёт, а потом летит. И видишь, не жму я нихуя. Хороший вопрос, почему, блядь. Of patience, просто. За рулям. Остановись мгновение. Опять нихуя не доджу, блять. Саш, потерпи просто до фула и будет хорошо. Все, ладно? Нет, не будет. Пиздела тебя. Окно нужно, блядь, вываливать ему наебало столько говна, сколько он в жизни, блядь, не видывал. Не видывал. Блядь. Чайки, вот это сигание вниз, это пиздец. Маленькая я, пригнувшись, я не заметила. Когда у нас себя шипы просто вверх. Да, блядь, додж, тут у меня додж грейжен, я не знаю, почему я его, это... У меня сейчас додж, типа, бесплотный, видишь? Я телепортируюсь, а не кувыркаюсь. И я его не юзаю. Этим доджем можно задоджить все. Кого игнорировать? Мудака, но он Ванос трахает. Меня, конечно, никогда не трахали Ванос, но мне кажется, я не смогла бы это проигнорировать. Блядь. А я не могу вспомнить, почему мне так плохо было в косле в DLC с боссом. Чё он такого делал-то? Мне кажется, он был лохом, раз я его убила. Это самое обидное. Ты ебёшься. В акварии, помню, с боссом тоже ебалось сложно было, потому что мне сказали, что будет сложно. Убился, прошлось. И забыла про него благополучно. Нахуя превозмогать, если потом это нихуя тебе не дает, кроме минутной радости, а? От статичных шипов. Хорошо, спасибо. Без остановки кристалл нагибать не получается, потому что он двигается, и мне сложно двигаться за ним иногда. Блять, не туда. В минутных радостях? Ну, блять, это слишком короткая минута. Не ебаться, 6 часов. Ой, я слышала смешные штуки. Ну, короче, очередное доказательство того, что наркотики это плохо. Я ебу стену. Да?
Кто Имгна? В кристалле я? Так там какая-то залупа с крыльями. Похоже на... на перевоплощение Сейлор Мун. Они там в пафосных позах такие. Проебала. Пиздец, опять сиганула вниз. О, нормально. Сейчас будет пиздец какой-то, да? Отсоси, долбоёб. Я порвала вагину. Не себе, в игре, в смысле. О, нихуя? Спасибо. Ну, чуваки, просто не надо было быть ебланом. Безумный уровень сложности открылся. Чё, чуваки, фулл-тайм теперь? А титры где? Кстати, я могла вас наебать, и тут была кнопка титров в главном меню, я могла их просто включить. Есть же такое правило, что игра не закончена, пока титры не пойдут. Вот я бы включила и сказала, чуваки, спасибо. Да, блядь, что за хуйня? Как ударить-то? А-а-а! Простите. Все, я теперь демонюга ебучая. 1-1 с пустотой. Опять нажать что-то надо? Хамбуга. Хамбуга, хамбуга. О, смотри, прям нарисовали. Мы отсюда начинали игру. Это наш мир, мы по пустыне шли, и пизда. Тентакли, ебанешься. Я выпустила долбоебов. Меня поглотил камень. А может, я поглотила камень? Там говорили, что Керриган. Откуда Керриган? Это, говорили, что тоже сложный босс, когда ты уничтожаешь все осколки и не преобразуешь способности. Вот, там что-то первая фаза бла-бла-бла, во второй фазе у тебя остается только рейнджевая атака. Старкрафт, я ж не играла. РТС-ки сложно. И вообще во вселенной не шарю. Знаю, что есть зерги и все. И что был конфликт, где старкрафтер ногой играл, и это оценили как неуважение к оппоненту и поругали его. А Керриган это девушка? Я думала, это мужчина почему-то. Была норм, стала пиздой. Бля, жизненно. Следующая игра, кстати, survival horror пиксельный. Надеюсь, вы довольны. Блядь.
Фолловер есть. Ну да, но нет, у меня была еще знакомая. У нее. А, бля, она не Кириган, она Морриган была. Не знаю. Live in memory of Richard Carl Sylvester. Чё, готов? Вот, давай, сейчас запущу и расчехлишься, если ты, конечно, спать не торопишься. Чуваки, я, короче, это, повторюсь, из-за Микельсона начала смотреть «Ганнибала», и сериал крайне посредственный, из плюсов там чё? Мадс Микельсон, красивая вкусная еда и очень интересные способы убийств, вот. Из-за всего этого хочется жрать, пиздец. Я вчера, сегодня утром, точнее, так обрадовалась, когда нашла в холодильнике палку колбасы. Два бутерброда сожрала. Девятую главу Селеста нет, я тогда точно, блядь, вскрою Севена прям здесь. Я аж потихонечку вне стрима пытаюсь. Там беда сейчас большая с таймингами. Там опять новая механика, я не могу идеально прожимать. Я стримить эту хуйню не буду, в пизду. Привет, Хронопека. Ну, не знаю, насколько красиво я его поела. Я в него вгрызалась, как зверь. Но, тем не менее. Чё, не буду стримить Селесту, не буду. Готику? Да нет, ты чё? Я думала когда-то Моровинд пройти, но мне кажется... А Готика старше Моровинда, или они примерно одного временного промежутка? Кира, чё, бля, Селеста сначала. Всё, наверное, в мире чего-то достоит. Я знаю, что у Готики очень много хвалебных отзывов. Но, бля, не хочу пока что. Вот индюшка, сейчас еще одна индюшка, потом, может, что-нибудь серьезное будет. Смотри, сколько Крисов. Очень много Крисов. И Кристоф, и Кристофе, и Кристофер, и Крист... Охуеть. Индюшка не менее серьезно. Кстати, там хвалебные отзывы были. Блин, потом я, наверное, по point-and-кликам каким-нибудь простеньким соскучусь. Буду тупить. До второй Сабнафтики, в смысле, они второй анонсировали? Кто все эти люди? Это все, кто купил игру? Рэндалл с Мандой? Ну, нет. От Дейдаликов. Но только не... Рэндалла тоже в Дейдалике издавали, но... Та игра, которая у меня установлена, но она не сейчас будет, а потом. Так нет, я не проигнорю, я просто не хочу спойлерить. У меня есть план, у меня все записано, да-да-да. Что игнорь-то, блядь, а? А? Короче, Рэндалл издавал, нет. А? А почему 5000, а? Я же рассказывала, да? Мы даже поем слушали. И специально для Кирилла. Ну, наверное, самая хорошая концовка, да? Если топить за жизнь, за мир, за всю хуйню, то это уничтожение кристаллов, там, наверное, в мир ничего не прорвется, и мы вернемся героиней, да? А вот насчет второй непонятно, то, что ты половину даров мистера каменного ублюдка принял, а половину не принял. Надо будет посмотреть.
Они, кстати, не очень хорошо сделали то, что... Ну, хотя ладно. Там просто сдохнешь и все. А, да? Приведешь его в свой... А сейчас я кого привела в свой мир? Себя. Но если я поглотила камень, это получается, я обрела всю силу и пизданулась башкой. Нет? И теперь я злодеяние самое главное. А так камень остается злодеянием, да? Человеком, а потом все. Ну, бля, так-то... Хотя, не знаю, я в Оверлорде-то возвращала все награбленное. Пизды за пацифизм. Что сейчас будет? Ну, сейчас закончатся титры и включу. Пиксельная сюрвайвал-хоррористическая штука. Человеком на враке осколок. Не знаю, лучше уж самостоятельно все разъебать, да? Киборд Кэт, я же просила в трусах сидеть здесь. Ну, в штанах даже. Вышел инсульт. Инсульт у героя или у меня? Ну, кстати, сейчас в височек немножко стреляют. Без трусов не сплю. Да ну, бля. Герой инсульт? Неплохо. Как можно без трусов спать? Я не понимаю. Вот прям вообще. Ужас. Лежа, да ну блин, неудобно же. Нет, я даже... Фу, нет, я даже представить не могу, чтобы я без трусов спала. Фу. Че неудобно? Ну, блядь. Голым лежать на одеяле, на простыне, тереться обо все это. Потом просыпаться. Смотришь, а ты без трусов. Думаешь, блядь, где мои трусы? Это как спать в носках. Может, это какие-нибудь типа кикстартеры? Ну, которые помогали разработке. Очень много имен. Привет, инвалид. Не, титры скипать невежливо. Всегда досматриваем. В носках, когда сплю, нет. Я один раз заснула. Я пьяная была, я в носках уснула. Мне не нравится спать в носках. Спать в колготках. Привет, Илли. А с кем ты здороваешься? Я что-то пупсика тут не наблюдаю. Ты с этим осторожней, кстати. У меня иногда переклинивает, и я ору на людей очень жестко, и они на меня обижаются. Как с Хейрутом было, как я на него матом наорала, когда он меня 10-й раз Сашенькой назвал, я сказал... Ничего хорошего я ему, в общем, не сказала. Он больше не приходит. Так а чё, Кирилл, ты ж молодой, ты, наверное, с родителями спишь? Ой, блядь. Прости, с родителями живешь, как ты без трусов-то спал? Блядь, извини, пожалуйста. Привет, Ривз, да, ты попал на титры. Сашенька, нельзя, нет, не люблю. Кирилл, прости, ну типа я... Ты же живешь с родителями, наверное, да? Как ты без трусов спишь дома с родителями? Ну не с родителями спишь, а ну. Прости, пожалуйста, не хотела тебя обидеть. Ну, Буда, ну что ты мне выкручиваешь, а? Андрюшенька, ну что ты себе позволяешь? Котик, Андрюша, а? В своей комнате? Так что, у вас типа родители в комнату не заходят? Не, Ривз не Сашенька. Своя комната. Что, она не заходит? Бля, заходишь к сыну, а он без трусов спит.
Нахуя, не знаю, ну взять там что-нибудь. Не знаю. Может, у вас еще и замок на двери есть в вашу комнату? О, Сашенька, Сашенька, да. Что взять? Цветы полить, не знаю. Положить поглаженное или постиранное белье в шкаф. Бля, клево. А почему титры опять на А начались? Титры длинные. Ну, говорю, наверное, это с Кикстартера, чуваки. Бля, ну мне мама самые крутые трусы покупает. С котиками. Не знаю, когда я доживу до того возраста, когда придется покупать трусы самостоятельно. Надеюсь, никогда. Всех бэкеров, но думаю, надо. Вдруг там будет какое-нибудь имя. Когда трусы с Дыбовским? Блин, не знаю, мне кажется, это невежливо носить чье-то лицо у себя на лобке. В смысле? Я не покупаю трусы, нет. Да бля, я себе это, лифчики-то купила. Когда? Полгода назад. До этого те, которые я носила, они были куплены 6 лет назад. Но вот их я сама покупала. Дорого, пиздец. Не, мне нравятся мемы, где какой-нибудь страшный чувак, жуткий, выползает из комнаты под фразу «Сына, гости уже ушли». Вы мне трусы покупать? Ой, я боюсь представить, что вы мне купите. Купальник Барата? Не носить лифчик опасно для здоровья? Нет, ну если бы я... Ну, короче, вам нельзя этого видеть. Чё, next? Пиксельный survival horror. Не, с Дыбовским не... Не, я не хочу чьё-то лицо на лобке таскать. Ну, вообще, кстати, да, можете трусы дарить. Too Dark? Нет. Сейчас титры досмотрим, скажу. Как игра? Ну, там очень крутые боссы. Неплохая раскачка. Немножко напрягла меня то, что нужно подфармливать иногда. Но мне сложновато было играть, я в конце что-то сгорела. Вдруг не подойдут? Ну, главное, чтобы они были нормальные, а не порнушные, вот. Под порношными я стринги подразумеваю. Не, ну если бегать по лестнице, спускаться, эта хуйня будет хлопаться тебе об ребра, и это довольно неприятно. Ну не прямо об ребра, но вы поняли. Ну и сама грудь тебе немножко побаливает. Ну дома ж не будешь ходить? Не влезаю, бьет, лол. А батя-то в комнату к тебе не заходит тоже? Чье-то лицо сзади. На твоем лице всегда сидели неплохо. В чем дома не будешь ходить в лифчике? Витас, если я тебе скину свою жопу, ты от меня отпишешься. Не буду. Ну да, я хотела пошутить про переодевание в мамино белье, но это такое. С мамой живешь, а батя, ну просто странно, батя принес табличку, ладно, извини. А были же трусы женские с Обамой с дыркой в причинном месте.
Типа, ну вы поняли, да? Пиздец. Не видели такой хуйни? А где? Ну вот, типа, ну суперватнические такие. Я в каком-то мемном паблике видела, там реально продавали такие хуйню. Ну смотри, буква Т, мы уже почти в конце. Точно титры не по второму кругу идут? Лукашенко, ой, не знаю, может скоро появится. Владимир Путин, смотри. Видишь, не зря смотрели. Да в смысле, почему опять, блядь? Пошли нахуй, сколько можно? А титры-то, блядь, не выключай. Что делать-то? Финальный босс титры. Может, это не повтор? Вот, типа того, да. Спасибо, Бэм, что ты это нашел. Но только там немножко по-другому она вроде выглядела. В нее поиграй и пойму юмор. Там босс титра? Босс в титрах? Бля. Чуваки, насколько... А, надо было ЛКМом. Сори, чуваки, я не знаю, почему. Все, поиграно. Извините, что так долго. Я ж не знала, что они по третьему кругу пустят.